Вы знаете, среди народа сейчас ходят слухи, что я там как-то не так выгляжу, ну, опух что-то там, ну, и все такое. Друзья мои, сейчас на сайте «Студия Пародист» весенние скидки практически на все пародии. Ну, да, и, кстати, теперь есть возможность заказывать не только пародийные поздравления от знаменитостей, но и всякого рода интересные поздравления с использованием материалов заказчика. То есть, если у вас есть какие-то там видео или фото, можете сделать заказ. Да что там рассказывать, сами зайдите на сайт, все сами увидите. Вы, главное, поймите, это я сейчас не для рекламы говорю. Меня вообще сейчас пародист озвучивает. Так что, мало ли, а то потом еще пойдут опять слухи, что Медведев там плохо разговаривает.